Hey yo guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить Spider-Man Shattered Dimension. И в прошлой серии мы остановились на том, что мы победили с вами Домового. Теперь мы пойдем в последний уровень, который нам доступен за данного Человека-паука. Ну что, поехали? Да, как обычно, на обычном. Жмайся. Нажми Е для быстрого перемещения камеры на спину. Рел? Так можно? Перераскачивание для... Лол, я не знал. Можно даже ускорять раскачивание. Далее. В измерении нуар. Драться со стрелками неудачная стратегия. Лучше использовать стелс-тактику. Выполнять быструю ликвидацию. Это сейчас будем играть с вами по стелсу. Как ниндзя. Только что долго прогружается у меня. Опа, 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 опа. Добро пожаловать, босс. Мы все приготовили. Спокойно, Монтана. Не время болтать. У меня важная доставка для мистера Осборна. Все верно. Молотоголовый. Я и собираюсь пойти с тобой. Слишком много автоматов на мой вкус. Лучше держаться в тени. Если я не хочу обезвредить... Монтана, ты со мной, нам нужно обсудить дело. Да, босс. Ты и ты прикрывайте мне спину, пока мы идем. Понятно? Да, босс. Да, босс. И бык. Да, босс. Стань там глупым видом, насколько я видел, у тебя в этом немало практики. Хорошо, тупицы. Слушайте, Осборн хочет, чтобы мы были готовы ко всему. А мистер Осборн всегда виден, не правда ли? Виднее, не правда? Так, поехали. Раз. Ликвидация. Так, главное не попадаться на свет. Вот свет. Не попадись врагу, прячься в тени, дождись, пока тревога успокоится. А это значит, меня спалили. Стелс, миссия провалена. В принципе, можно начать заново. Хотя, ладно. Хотя ладно, давайте спалимся, а то нас убивают. Супер ворота. Welcome, boss. We got everything set up for you. Save me. No time for gab. I got a real important delivery for Mr. Osborn. That's right, Hammerhead. And I'm gonna follow you right to it. Too many Tommy guns for my taste. Better hug the shadows for now. Unless I want to get filled full of holes. Damn, you with you. You and you. Watch my back while we're on the move. Savvy? Right, boss. Right, boss. Ox. Yeah, boss? There you are. No, not now. Да ладно, как он меня заметил? Привет. Here's some for you. Темный дикий город. Oh, now we're talking. This new wall crawling ability will help me get the drop on these bozos.
Нет свидетелей, нету преступления. Так. А можно узнать сразу, что я уже сделал? Спасти трех рабочих из первого депо. No problem. Let's go, get this. Давай, нужно открыть. Это один из рабочих вокзала. Что здесь происходит? Зачем? Вы это все делаете? Скажем так, я не хочу, чтобы кое-кто совал свой паучий нос. Не свои дела. Спайдермен пытается спасать, а ты этим воспользуешься? Да, босс, хорошо, пошли. Если не следовать людей, то меня... Короче, если не следовать... Я скажу тебе, что он является камнем, но у него есть... Короче, играем, потому что мне кажется, либо мы делаем одно, либо делаем второе. Так. Так, выполни 3 убийства, передвигаясь ползком по стенам. Выполни 3 убийства, крадясь на расстояние вытянутой руки от цели. Окей. He's not the only one. You can't keep me here! Get that gate open, you lousy jerks! What do I pay you? Yes, sir. You can't do this! You got no right! You see this gate? That's all the right I need, Pally. Anyone else tries to get through, you squirt. Короче, дождусь, пока не уйдут. Ух ты ж, черт. Where'd you get that? Jersey. Fell out of the sky in an explosion of light lands in Grover's Mill. Osborne hears about it from some of our boys here, sends me out to fetch it. You don't sound so happy. No? Listen to my voice. I'm thrilled. The boss. Do something I do it. I ask him my opinion. He does. You watch him. Aaron boy, I'll deliver. He's got Osborne pulling strings. I've got a floating head lady. I'm starting to wonder which one of us is more of a puppet. Так. That's enough out of you. Easy. Так, улучшение, что у нас есть. Жизнь 10 кусков. Регенерация. Стоять. Есть регенерация здоровья. Купить. Жизнь купить. Так, время ускорения воззрения. Сохрани пока что деньги. Пускай будут. Вперед. Да не за что, челик. Oh my God.
Тихо. Save me! Someone save me! Приятель, понимаешь, просто если тебя сейчас освобожу, не просто ее застрелят. Нам же не нужно это, да? Поэтому я все делаю потихоньку. Я не понимаю, где вверху, где вниз. Хм. Стоять. Мне нужна твоя помощь, приятель. Да, Человек-паук. Побудь внутри, окей. Готово. А, типа, окей. Зачем ты залез? Только не говори, что ты еще его не убил. Он разносит это место на части, освобождает заложников, подрывает ворота, выносит... И что? Свет! Сказал же не говорить. Ну хорошо, пора заняться делом. Бля, скажите, что я могу вернуться обратно? Ох, ты там... Меня слышит? Так, слушай, это война. Сегодня тебе точно понадобится гробовщик. И я полностью к твоим услугам. Вы двое приготовьтесь. Приведет тебя на а если нет, то закончится так, это придурок. Куда ты идешь? Мне нужно кое-что сделать. Так давайте сразу, я не хочу тратить время. Так, ну, добро. Допустим, я сюда пришел, да? Раз, забрал. Стойте здесь и сторожите вход. Да. Да, спасибо. Ну ладно, голову поднимай большой палец. Парни, скажу, что он прав. Так. Давай. Приятель, у меня палец сейчас. Ладно. Хорошо. Контрольная точка. Так. Стоять. Эскейп. Так. Судьба. Давайте их выполним. Ой, я еще сразу выполню.
Лол. Так, а что еще выполнил? Подождите. Сними 5 охранников подряд, не поднимай тревоги. Выполни 4 различных типа убийств. Выполни 10 убийств. Так, что у нас здесь? Выиграй первое столкновение с... Ну, короче, понял. Победи людей молотоголового в засаде в последнюю дубку. Уложитесь за 2 минуты. Попробую. Выполните 20 убийств. Заставь молотоголового уничтожить 6 колонн в первом столкновении. Окей. Stop sucking. Yeah? Let's see how tough they are. Бесшумно. Сэнкс. Хорошо. В этот раз я буду намного бережней. Так.
Какого? О, приятели. Я больше так вам не дам, что легко. Мы делаем быстро и чисто. Пёс. Увы, ребятки, вы проиграли. Куда все подевались? Это... Не понял. Плохо предчувствие. Думаешь, что справишься со мной? Выходи и попробуй, если осмелишься это сделать. Эй, паучок, может еще пару раундов? Поверь, понадобится всего один. Up, spider. You think you're smart, huh? Right, she's cool. Ready to die, creep. Avoid the spotlight, Spider-Man. If you hide in the shadows, perhaps he cannot track you. Stay stolen. Let the daylight in. Try to sneak up behind him. Ready to die, creep. It's curtains for you! Челик, ну может тут сломать клона, однако как это сделать? Ну что, давай сюда. Я не знаю, короче, за какие подколы. Делаем тогда все быстро. I should have known you would have come. Let the daylight. You can run, but not. Ha ha ha!
comes a little Chicago. Ready to die, creep? You think you're smart, huh? Молот, успокойся. Ты знаешь, что я победил? Оп, и все. Я в дамках. No more, please. Хватит, пожалуйста, я сдаюсь. Hand over that rope. Да, теперь подавай. Что? Получился теперь такой. Болван. Ар, дешевый трюк. Какие колонны имеются в виду? Так, ладно. Так, три способности. Удар Голиафа. Ага, это для всех, да, типа? Ну, можно, в принципе. Клык паука. Тоже на всех? Не, ну, именно такие комбинации не буду делать. Так, давайте тогда этот возьмем. Хотя, я так подумал. Я возьму костюмы. Я хочу костюмы. Так, улучшение героя. Боевые усиления. Так, я не помню. Да-да, вот. Так-с. Хватит? Хватит, куда денешься? Всё. Готово. Так, ребятки, я не хочу вас проходить просто мимо. Хотя ладно. Pull the clean sneak. Watch it! He'll wrap you up! В этой серии я вообще почти не разговариваю. Что мы играем по стелс. Он что, даже не заметил то, что его приятелей нету? Вот глупец. Ты бы присоединяйся к ним. Поспи. Раз. Нуар, по-моему, именно по ХП, ему даже можно не прокачивать, он все равно будет слабый. Да ладно! Серьезно? Наша два... Hey, I see him. The spider guy. Yeah, yeah, we're just looking for Cole. Look over there. He couldn't get far. Так, пускай светит своим фонариком.
Начнут меня искать. Да, ребят. And some for you. Раз. А, типа. Меня решили заметить? Серьезно? Странно. Тогда меня не замечали. Так, ладно. Помню, что показалось, у него голова отпала. Это шапка была. Да, вот это что-то непонятно, как меня грохнули. Так. И тебя, приятель, за то, что ты меня убил. На, личиком пряп об землю, чтобы знал, с кем связался. Так. Радарчик. Идет паук. У меня такое чувство, что тебе предстоит справиться с абсолютно болванами. Это может так. 5 моих лучших людей, 5 заложников. И раз у тебя такое отзывчивое сердце, ты хочешь их спасти, да? Хе-хе. Удачи, мои ребята тебя заметят в любую секунду и устранят. И устроят ад на земле. Тебе конец, молотоголовый. Сайонара! Ползун, хе-хе-хе-хе-хе. Парящая голова, леди, нужно держать. Окей, так. Запоминаем. Свет на все эти падает. Чеки, окей. Серьезно? I don't need any worthless chunk of stone. Еще мухи летают. Who else wants some? Так, ладно, ты с этими... Разберусь с этим сначала. Spider guy, let me loose! More people trapped. Так. Ты свободен. О, кого я нашел? Нет. Ты побудешь со мной. Иди сюда, приятель. Отдохни. Так, двое там. Так, я вижу паука. Да давай, дверь открывай, ты что делаешь? О. Да не за что. Так, трое.
It's all Jane. Туда. Coming to get you. Ты Человек-паук, да? Спаси меня. Так, решетки. Хватай. Так. Да не за что. Так, один постоянно стоит на месте, хорошо. Этот сейчас уйдет от них. Ну, мы сделаем вот какую вещь. Раз. Два. Сейчас быстро отключим того. Обойду этого. Здесь побудет. Так, давай, челик, я тебя освобождаю. Так. Так, ты свободен. Беги. Здесь получить были. Так, осталось три бандюги. Так, паучка заберу. Прежде чем помогу. Паучка. Так. Ага, ребята, чем вы тут занимаетесь? Давайте смотреть. Добро. Челик отворачивается, сразу хватаю этого. Так. Остался пойти со спины этого. И готово. Так, двери, двери, давайте, давайте, давайте. Ты тут надоел, давай! Да, да, я тебя спас. В смысле, тут тоже есть точка эвакуации? Короче, го, я тебя ко всем отнесу, да и все. Тупые комары. Все, до свидос. Хочешь это, здоровяк? Иди возьми, только ты и я, один на один. Мне это подходит. Прикончите его. Ты жалко лживая змея. Ah!
again. И ты говоришь, что это лучше? Что у тебя еще есть? Это безумие, вполне ему. Да, беги. Вы идиоты? Совершенно бесполезны. Я иду за тобой, молотоголовый. Что? Да, он, походу, активировал фрагмент. Мне нужно воспользоваться этим камнем. Сначала я разберусь с тобой, а потом с Осборном. Я получу этот город, готов к настоящему бою, здоровяк. Мистер. Мистер, я создан для них. You slay me. Давай. Get ready for this. No? Well, there's a reason. I'll play her! Однако, мне походу понятно. Anyone ever tell you how clever you are? No? Well, there's a reason.
Привет. Браво. Просто головы. Так, теперь свалим. Так, нужно к этой машинке добраться. Never tell you how clever. No? Well, there's a reason. Давай, приятель, стреляй. I love a good scrap. Так, давай еще раз попробуем. Что такое? Ой, ты просто сбил. Ugly, crazy, and me. Quite a combination. You're all wet. Big shot. Shut up. Ладно, Дрэк, давай, мне нужны еще вот эти. Серьезно? Привет. Кого, ну? Готов? Получи. Блинчиков, блинчиков, блинчиков. Нет, 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 нет. Уворот, уворот. Поличик. С коленочки. Так почему ты меня бьешь, алло? Я ж уворачиваюсь. Давай заново. Сиклер Балони. Ugly crick. Sick of your baloney. You ладно. That's nothing. В следующий раз буду дожидаться. Давай. Головы. Все, thank да. You, Spider-Man. Спасибо, Спайдермен. Парящая голова леди ценит твою поддержку. Извини насчет этого. И мы сделали это. Конечно, не полностью посчитался, но мы это сделали. Я их ловлю, взрываем головы и кидаю их в голову. Так. Мы с вами прошли 4 уровня за каждого. И
по сути, нам должно сейчас еще какие-то открыться уровни. При перекате к врагу в оборонительной стойке ты прыгнешь ему за спину. Ну, я думал, я не понял, какие там колонны. Там было написано, что твердолобый должен сломать колонны. Ну, молот, ладно. По сути, это твердолобый. Его есть брат, это могильщик. По-моему. Не брат. Так, ну, поэтому я вижу, что это песочник, это красный. Ну, я это даже не знаю. Скорпион. И без понятия. Ну, скорее всего, похож как Дэдпул, что ли. Ну ладно, это мы увидим в следующий раз. Ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо за просмотр и пока.